Элементарный рецепт жареных на огне куриных окорочков и кабачков. Маринуем окорочка. Для маринада нам нужно лук, соль и хмель и сунели. Добавляем соль и хмель и сунели. Все это хорошо перемешиваем. Добавляем лук. Оставляем мариноваться на 2 часа. Подготавливаем кабачки. Режем на кусочки. Добавляем соль. Хмель и сунели. Растительное масло. Перемешиваем. Готово. Пойдемте жарить. Мясо готово, сервируем. Ну что, наше блюдо готово. Пойдемте кушать.